Весна, пора пробуждения. Природа встает после долгой спячки. Мир озаряется солнечным светом, и душа просится ввысь. Так и хочется сказать, как прекрасен этот мир, прекрасен в своем многообразии. Здравствуйте, дорогие друзья! Меняются времена, меняются люди. Но как приятно, когда старые добрые праздники по-прежнему остаются с нами. По примеру наших отцов и дедов, мы с радостью и удовольствием поздравляем вас с замечательным днем весны, мира и труда. Пусть нынешний Первомай принесет в каждый дом оптимизм, счастье и благополучие, здоровья, мира и радости. В этот праздничный день творческие коллективы Краснополянского сельского дома культуры рады поделиться с вами оптимистичным майским настроением. С праздником, дорогие односельчане! Думала, нагадала, милого целовала Мария коса, Лина коса. Зорькою все, что было молодцу, подарила карие глаза, слезы роса. Ой, глупая Катриница, ой, холодна водица, девица красавица. Тень-тень над водою, под луной молодою, за зеленой листвою мы с тобой. Молодою за зеленой листвою мы с тобой. Лесом, полем, гуляла ласточка, юлетала тень, со завлекала, зажигала. Тень-тень над водою, под луной, молодою за зеленой.
Все.
Yeah.